нашого серця. Задніце. Ми все чувствуємо задніце. Серце. Уша. Я, як і круга Михаїла, я теж серцем. Класно. Як і все. Чим? Лівою ногою. Класно. Класно. Уша. Так. Коли слухаєш адреналінчик якийсь. Харп. Там где герб набит, тем и сейчас. Матюка. А вы супер. Металлиса. Металлика, 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 металлика. Отлично, классно. Металлика! Как папа Хэл. Я постараюсь сегодня не кричать. Ну, я не обещаю. Ну, эмоции. Да. Я буду делать, наверное, вот так. Громко. Идите до дому. До дому. Еще. Вот это слабый. Чтоб в конце, ну это, я думаю, разогрев, а в конце выступит сама Металлика. Ничего. Ой, вот такого же бешеный у вас. Что-нибудь грандиозного. Ничего. Не, ну грандиозно, надеюсь. Лажи, много лажи. Не, в плане драйва и всего. Ну, Металлики тут не будет, я слышал, что не приедут. Добре. Что я благополучно доберусь домой? А пит час? Пит час? Надеюсь, не сильно вспотеть. Ну, того драйва, да? Ось головний герб Металлик. Алкоголика. Що вас надихнуло зробити кавер-версію на Металлику? Діло в тому, що цю групу слухаємо з самого дитинства. Група дуже серйозна і дала в нашій житті великий скачок. Враження від виступу? Враження від виступу. Дуже добре підтримала публіка. Багато прийшло людей, багато прийшло знайомих, товаришів, які навіть, ну, собственно говоря, не відносяться навіть до цього виступу. Выступлению. Но тем не менее интересно послушать, как сыграет товарищ кавер-версию на легендарную группу. И тем не менее публика отнеслась очень отлично, да, очень тепло. И в принципе. Тем больше вы первыми выступали. Тем более, да, как бы открывается концерт, да, не намного люди принимают это, а здесь прям удивительно. Удивительно. И большое спасибо всем, кто пришел и кто поддержал. Что для вас гурт Металл? Я когда начинал только тяжелую музыку слушать, для меня это единственная группа была. Я просто ничего больше не воспринимал. А сейчас, конечно, ну это большие профессионалы и легенды. Как к ним можно относиться, в принципе, это только отлично. Так, палочки, на которые мы росли. Созидание, скажем таки, фундамента. Фундамент, да, собственно говоря, и все группы, которые в городе здесь есть, нету ни одного человека, который бы когда-нибудь не пилил бы рифы Master of Puppets. Дома, на акустике, там, на репетиции, так просто для разогрева. Эта группа всегда и всех, я уверен, я могу сказать за всех, она всегда вдохновляла, скажем так, вдохновление большое. Насчет фундамента в Металле, да, мы даже выбрали большинство песен из Master of Puppets, потому что, ну, этот альбом, наверное, вот именно тот самый фундамент. Именно тот самый фундамент, да. Как бы вот так. Yeah.
просто замечательно, только звук был хреновый. Угу. Так все хорошо, все нормально, мне очень понравилось. В принципе, для дебюта я считаю, что это нормально. Дебют, классно. Да. Чи є якісь напрацювання там, чи недопрацювання? Недоработки. Да, недоработки есть в плане того, что ну как бы мы сыграны буквально ну, 2 месяца мы играем, вот и ну, как раз решили тут выступить. Ну, сыро есть такое, но один раз не непогано. А что-то позитивное про выступление, что можно сказать? Позитивное то, что никто не сбился. Вот, все продолжали в том же духе, все улыбались. Вот. Ребята, публика поддерживала замечательно, мне это очень сильно понравилось. Вот это хорошо. Вот, ну, вот так вот. Як вам слава Металіки? Ну як? Це ж, в принципі, це слава Металіки. Вона відчувається на вас. Як, да. Як це? Як це відчувати? Так. Слава Металіки на собі. В принципі, відчуття, я даже скажу, непередаваемо. Наверное, ті овації, які отримали ми, Металіка отримала їх, звісно, раз так 250 мільярдів більше. Сансара, які вже тільки що, тільки но виступили. Ну, вам декілька питань задаємо. Що для вас гурт Металіка? Для нас Металіка – це наше дітство, яке вже осознане дітство. Более старший возраст мы уже начали слушать другую музыку, но Металіка – это была та основа, на которой мы строим нашу будущую музыку. Все вместе. Враження взагалі від цього виступу? Как у меня, ну, великолепно. Да. Каждому, я думаю, из нас очень люди понравилось. Люди поддержали, классно. Вы непогано звучали. В принципе, да. Вы, в принципе, ну, зіграли Металіку в своєму стилі, це було дійсно відчутно, ну, справжній, ну, як от дійсно кавер на Металіку. Ми і добивалися того, так що Металіка зазвичай в новому амплуа. В стиле мелодик дез метал, по крайней мере, мы старались этого добиться. Но тем не менее не отходили от традиций Металлики, да. Это более классно. Держались в рамках. Це гурт Флаєр. Що для вас гурт Металіка? Все. Металіка – це для нас образ житті. Ні, це та команда, яку ми завжди, ну, як би, нам завжди нравилось, ми завжди підбирали, і старались подражати чомусь. А ти треш метал. Що вас надихнуло на створення, ну, кавер-версії? Поважаємо цю групу. Обалденна музика. Поважаємо цю групу і рішили. Ми все время думали, як би, було багато каверів Нірвани, того подобного, но завжди мечтали, може так, маленька мечта була, отлобати Металіку. Ну що? Зіграти як Металіка? Ну,
никак не отлобать, а сыграть, сыграть почувствовать, что они чувствуют на сцене. Ага, а тепер у вокаліста враження від концерту, там публіка все таке. Ой, публіка вообще обалденна. І, кстати, фішка в чому, що я можу заметити то, що ну, такого, в принципі, в Криморогі я вижу перший раз на Металіки, іменно, ми перший раз, і бачимо це перший раз. Такого спокійно. Людей багато, що... Скажи, я люблю Вакарчука. Є люди, яких не впускають, і люди бажають зайти сюди. Як в Америці, стопудово. Обалденно, серйозно. Так, як в справжніх американських клубах. Серйозно. Так. Все, добре, дякую. Yeah.